Здравствуйте, я Елена Алексюк, врач современной восточной медицины, психолог, биохакер и автор бестселлера «Суперженщина. Как стать здоровой, успешной и сексуальной с помощью биохакинга». И сегодня я вам скажу о том, почему очень важно поддерживать тонус ягодиц, для чего их нужно качать и, в общем-то, как состояние ягодичных мышц влияет даже на нашу продолжительность жизни. Это очень важно для женщин, потому что здоровье тазобедренного сустава, состояние большой ягодичной мышцы, если она в тонусе, если хорошие связки в этой части тела, это отличная профилактика мочеполовых заболеваний и, конечно же, артрозов, артритов тазобедренного сустава. Вы выйдете из группы риска по остеопении, остеопорозу, связанному у женщин с постклимактерическим периодом из-за падения уровня эстрогенов. Итак, в любом возрасте нам нужны подтянутые ягодицы. Если ими не заниматься, попа становится плоской, деградация наступает связочного аппарата тазобедренного сустава, возникают различные внутрисуставные образования. Ну, простым языком, народным, если говорить, это разные выросты, шипики, густая, вязкая, синовиальная жидкость, ну и, конечно же, ограничение подвижности в тазобедренных суставах. Чем это чревато, опять же, в возрасте 50+, когда наступает климакс, еще более серьезными проблемами с остеопенией и остеопорозом. То есть доходит до серьезных падений, например, и травматизации, переломов тазобедренных суставов. И, конечно же, это оперативное вмешательство, это длительный постельный период, это импланты, да, то есть тазобедренный сустав меняется на искусственный, длительный, серьезный период восстановления, не все с этим справляются, и это в целом серьезно сокращает продолжительность нашей жизни. Поэтому, женщины, девушки, дамы всех возрастов, призываю вас следить и своевременно заниматься физической активностью, следить за состоянием своих суставов тазобедренных, вовремя обращаться к специалистам, которые практикуют комплексный подход. И буквально каждую неделю на консультации я выявляю женщин, которые абсолютно не знают о состоянии своих тазобедренных. Нужно сделать определенные обследования, сдать определенные анализы. Да, к сожалению, в медцентрах и в районных поликлиниках вам не дают направления на эти анализы или неправильно их расшифровывают. Но, тем не менее, ваше здоровье в ваших руках. Обращайтесь к специалистам. Если хотите узнать много интересного и полезного, ставьте лайки и подписывайтесь на мою группу в Telegram, на мой YouTube-канал «Женский биохакинг» с Еленой Алексюк, на мою группу ВКонтакте и будьте здоровы!